Салем, сосед, я в поисках душевного, физического, ментального и сердечного равновесия. В общем, ножки мои меня привели в Golden Bridge, который, собственно, центр йоги и спа. Я собираюсь провести здесь как минимум 3 часа, чтобы освободить свою голову и свое тело. И сейчас я в первый раз в жизни пойду на кундалини-йогу. Пойдем? Вышла со своего первого в жизни урока кундалини-йоги, и такой у меня инсайт. Когда я туда заходила, у меня было 85 непрочитанных сообщений в WhatsApp. Когда я вышла, посмотрела, что их 250. Только тогда я их хотела прочитать прям сразу, а сейчас я решила подождать. Сейчас я иду на массаж, и надо сказать, да, голову я себе подосвободила, и тревожные мысли меня временно не беспокоят. Так что, думаю, те, кто йогу такую практикует постоянно, ну, наверное, вы какие-то очень спокойные и умиротворенные люди. Я пошла избавляться от телесных зажимов. У меня будет шейно-воротниковый массаж. В общем, я вся в предвкушении. 250 сообщений в WhatsApp подождут. А еще там была какая-то тайная медитативная комната, куда нас не пустили. Но я бы хотела попасть. В общем, я отъехала эмоционально и физически, как хотела. Теперь меня надо накормить и отправить домой. На работу я уже не поеду. Но мы сейчас будем пробовать ланч. Так, завтраки мы пропустили, но интересно выглядит омлет из тофу и сырники под авторским соусом. Окей, не получится, не сегодня. О, прикольно, вегетарианский чизбургер или овощной чизбургер или веганский чизбургер. Блин, вот это, наверное, интересно. Скорее всего, котлета, наверное, из тофу. А, нет, овощная котлета. Прикольно. Но мы сейчас ждем ланч. И каждый день он разный, поэтому мы ждем ланч-сюрприз. Здесь врап с фалафелем, супчик грибной с гречкой и овощной салатик. В общем, все по ЗОЖу, все как мы любим. Сейчас попробуем, я вам всю правду скажу. Хороший супчик. Сейчас попробуем. АСМР будем делать. Хрустеть. Тоже вкусно. Супер, просто то, что надо. Я не наелась. Я заказала еще бургер. Просто посмотрите, какой-то огромный бургер. Он еще и овощной. Но это не просто овощной. Это чизбургер. Значит, там есть какой-то сыр. Сейчас будем его разбирать. Вау. Ой. Чуть-чуть сломалась. Это прикольно, это вкусно. Сосед, мне надо доесть этот бургер. А красиво есть я не умею. Поэтому на этом все. Мы тебе нашли классное место, в котором ты сможешь отключиться на несколько часов, забыть про окружающий мир и пожить немножко для себя.